Они познакомились в 1997 году во время официального визита президента Азербайджана Гейдара Алиева в Италию. В рамках визита президента пригласили посетить государство Ватикан. Естественно, я с радостью дал согласие, делился впоследствии своими впечатлениями Гейдар Алиевич. Я впервые встретился с Иоанном Павлом II, однако наша встреча с понтификом была очень теплой, а беседы дружественными, содержательными, полезными. Мы обсуждали широкий круг вопросов, связанных с мировой политикой, экономикой, межрелигиозными отношениями.